Здорово! Сегодня мы будем с вами изучать безумно крутой эффектный фокус с резиночкой. И я вам сейчас покажу, как он делается, и потом, конечно же, обучу. Итак, мы берем резиночку, одеваем вот так вот на нашу ладонь, показываем, все очень чисто. Ну и теперь попросим зрителя взять на него телефон, но я достану колоду, которая у меня застряла в кармане, и просто положу на вот эту вот резиночку. Давайте вот так, лицом вверх. И теперь внимание! Раз, два, три! И у нас резиночка уже становится на колоде полностью одета. Вот такой вот, ребятки, фокус. Ну что, приступаем к обучению. Ну и, конечно же, все-таки этот фокус крутой, эффектный. Поставьте лайк. Я все-таки обучаю, для вас стараюсь. И вы можете взять и меня порадовать. Всего-навсего поменяв одну кнопочку из серой на синенькую. И мне будет очень приятно. И с каждым лайком все больше настроения у меня будет. Хорошего, позитивного. Так вот, приступаем к обучению. Значит, у нас есть резиночка, самая обыкновенная. И у вас есть два варианта, как эту резиночку спрятать. Первый вариант, если у вас футболка, как у меня, вы можете сделать себе вот такой вот браслетик из 10-15 резиночек. Таким образом, когда вы сделаете вот эту резиночку по специальной схеме, вы без проблем ее спрячете, и ее не будет видно. Второй вариант, если у вас есть свитер, который заходит аж вот так вот на кисти, тогда эта резиночка будет под этим свитером, и тоже зритель ничего не увидит. Ну и в итоге давайте-ка изучим схему. Значит, вам необходимо сделать следующую манипуляцию. Вы берете, одеваете резиночку на запястье, натягиваете ее и теперь переводите между большим и указательным пальцем вот в эту ямку. После чего вы большой палец закрываете и без каких-либо разворотов, держа вот так вот резиночку, вы одеваете сначала на большой палец, а потом и на всю ладонь. Таким образом, вы показываете зрителю, что она просто лежит вот так. На самом-то деле, вот она проходит вот так вот. Здесь вы держите часть, и еще вот такая вот полоска у вас идет. Для зрителя это просто надетая резинка. Ну и далее, независимо от того, что вы возьмете, что вы сюда положите, например, можно использовать руку зрителя, это очень эффектно будет. Можно использовать телефон зрителя, колоду игральных карт, как это было в демонстрации. Вы просто берете, кладете предмет вот сюда, и отпускаете вот в этом месте. Таким образом, резинка залетает прямо на руку зрителя. И все, и у вас фокус получился. И если вы не заметили, как я это сделал, давайте-ка еще раз повторю. Одеваете резиночку вот таким вот образом, натягиваете ее, после чего заводите между большим и указательным пальцем, зажимаете большой палец и без разворотов одеваете сначала на большой, потом непосредственно на всю ладонь. И все, у нас готов этот фокус. Вот раз, два, три. И у нас уже рука зрителя будет полностью одета на резиночку. Вот такие вот дела. Фокус безумно простой, фокус безумно эффектный. Можно использовать абсолютно любые резиночки. Если вы не знаете, где их приобрести, по ссылочке в описании я все вам оставлю. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы лайк-то поставили, а? Как по уважению надо иметь и все такое. Пока-пока.